чудище! Кто ты? Оставь мой народ! Опять этот сон. Девятый Крукана. Последние несколько лет мне не снилось ничего. Отчего же опять эти сны начались? А вы как думаете, маленький мой? Только вы мое успокоение. Медитация с утра – то, что нужно. Я хочу помедитировать. Каждое утро я вспоминаю, как все начиналось, как я добился всего того, что сейчас у меня есть. Я много путешествовал, много где работал. Теперь у меня есть дом. У меня есть животные, о которых я забочусь. И я нужен им. И это хорошо. Это остужает мою кровь. Остужает ярость внутри. Я не хочу больше войны, не хочу больше разрушений. И так очень много народу погибло. Дом стоит на отшибе, Махадеби. Вдалеке от всех, чтоб никто мне не мешал, чтобы я никому не мешал. Он очень удобно стоит. Здесь есть даже эта чертова совиная почта, которая работает с перерывами. Но она есть. Фермерство – это то, чем я сейчас занимаюсь. Это то, что меня успокаивает, приводит меня в равновесие. Природа – вот именно вот эта природа. Мне очень по душе. В своих странствиях я много путешествовал. Я лечил в саванне животных. Одна зебра очень привязалась ко мне, и я взял ее с собой. Ой, новое жилье. Единственный, кто треплет мне теперь нервы, это только маленький Дару. Извечно торгующийся и пытающийся у меня выманить больше денег. Занимаясь фермерством, я очень устаю. Но это приятная усталость. Эта усталость не дает мне стать существом злым, убийцей. Я торгую по всему материку. И недавно в Хазире я не смог себя держать. Я увидел маленького медвежонка, на которого охотились два тигра. Рыжих тигра. Это опасные животные. С ними я уже встречался не раз. Но в этот раз я не мог позволить, чтобы он стал жертвой. Я напал на тигров. Их трупы будут служить напоминанием в хазирской земле о том, что слишком легкую жертву выбирать тоже бывает опасно. Вы только посмотрите на этого малыша. Ну как я мог пройти мимо? Теперь он мой друг и соратник. У меня есть все. Дом. Огороды. У меня есть даже работники, которые ухаживают за этими садами, цветами. Жаль, конечно, их нельзя поработить. Законы Махадеби мне это запрещают. Пока запрещают. Ха-ха-ха-ха-ха.